перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, ребята, привет. Как вы, дорогие мои? Как жизнь ваша? What's up, man? How are you? What's popping? Привет, баскет. Как ты? Как Украина, дорогой? Да нет, только пришел, просто с прогулки с собакой гулял. Хожу, да, в зальчик, но не так часто, как хотелось. Закончил съемки, снимал рэперов. Ебой. Каких рэперов ты снимал, расскажи. Я знаю, пацаны, как вы ждете музла нового. И я тоже жду очень сильно. Просто пока я решил, что я побольше поработаю. Как-то для себя я это все понял, то, что надо чуть больше поработать, чтобы было больше отдачи. Много гнид повстречал ли я в жизни? Ой, даже не счесть, братан, как-то так. Даже не счесть их количество. На альбоме будут одни западные артисты на новом. Я пока не буду говорить, кто это будет, чтобы была интрига небольшая, чтобы вам было интересно. А так, альбом в процессе. Founded family for oil, bro. For L Beach. Что куришь, бро? Ничего не курю, видишь, нет косяка в руках. Я бы на вашем месте не курил бы вообще в России ставчика особо. То можно не того покурить случайно. Привет, Роман. Привет, Кирюха. What's up, Reality Beats? My dog. Ну вот же он, вот же он, вот же он, бля. Руся, как ты, брат? Не за что, братан. Главное, чтобы у тебя все было, все хорошо. Кому-то тут парень пишет, что ему песни помогают. Главное, чтобы так оно и было. What's up, what's up? I see a lot of damn people right now, not sleeping. Бля, чего ж вы не спите-то все, пацаны?
Хотя сегодня суббота, да. Кипите, пацаны, вы кипите. Кто кипит сейчас? Очки, какой-то новый американский бренд, я не знаю, мне кореш подогнал. По поводу нового альбома пока не буду давать вам информации, чтобы все вышло, как я хочу. Не буду многословить. Костян, да, конечно, я смотрел Тампу. Костик молодец, один из лучших в России, я горжусь им. Горжусь моим братом. Все в порядке. Жизнь налаживается, ребят. Честно вам скажу, не думал, что я зайду так далеко с музыкой совсем, но все получается потихоньку, ребят. Ребята, не хочу просто дропать треки, которые уже записал, потому что, ну, как синглы, не хочется выпускать, хочется оставить побольше крутой музыки на альбом, чтобы вам вкатило, чтобы вам понравилось. Вот, как-то так. Привет, Карина. Как ты? Как ты? Как ты, сноубордистка? Светлогорску. Светлогорску привет огромный передаю, пацаны. Не хворайте. Двигайтесь. Бля. Самое, знаете, что печально? Вот и мне хочется видеть всех в достатке, всех своих братьев. Чтобы у каждого у вас был, блядь, Мерседес под жопой, чтобы у вас была куча бабок, чтобы у вас была красивая девочка рядом, чтобы все у вас было круто по жизни. Я желаю всем вам этого. Выигрывайте, пацаны, и все будет круто. Не значит, конечно, что так будет, но я вам желаю только добра и процветания. Надеюсь, что в дальнейшем вы подрастете и осознаете, что вы были неправы там в каких-то вещах. Потому что человек, он на то и человек, что он ошибается. Все мы ошибаемся. Главное найти выход из проблемной ситуации. Сноуборд — это классно, Карин. Хороший вид спорта. У Кристиана нет. У Кражимирова есть девочка. Не, у Кражимирова нету девочки. Кристиан пока в свободном плавании. В общем, ребят, мне надо идти. Я попозже сделаю еще прямой эфир. Там ко мне придут ребята со штатов, там классные пацаны, и они, может, что-нибудь расскажут вам интересного. Вот. Единственное, что могу вам сказать, то что все вы злые и недовольные только из-за того, что вас ущемляют. Ваша же страна, ваши же друзья, и у кого-то родители, у кого-то друзья, у кого-то вас пытаются щемить там и так далее. Так что я надеюсь, у вас все будет круто, да. Встретимся попозже. Чья? Yeah.